Продолжается ремонт здания, в котором располагается третье хирургическое отделение Видновской районной больницы. Реконструкция, начавшаяся в конце прошлого лета, проводится под личным контролем депутата Московской областной думы Юрия Липатова. Уже несколько раз он посещал объект, чтобы убедиться как в качестве ремонта, так и в соответствии работ графику. Интерес к ремонту здания областного депутата не случайен. Масштабная реконструкция проводится по губернаторской программе и на деньги из казны Подмосковья. Кроме того, еще в начале строительства Юрий Липатов пообещал, что приложит все усилия, чтобы ремонт был сделан качественно и в срок. Последний раз депутат посещал объект 2 месяца назад и сейчас отмечает увиденные перемены. Проделана, я считаю, что большая серьезная работа за эти 2 месяца. Что принципиально сделано? Ну, практически завершены все коммуникации. То есть отопление сделано, электрические проводки новые, вентиляция, вот если посмотреть, это технически очень серьезные, современные, значит, инженерные сооружения. Завершается работа по слаботочке. То есть практически вот то, что наиболее энергозатратно, это сделано. В прошлый визит депутата многие кирпичные стены еще не были обшиты гипсокартоном. Сейчас же большинство перегородок и стен уже готовы к отделке. В некоторых кабинетах даже уложена плитка. Разительные перемены и у фасада здания. Сейчас оно полностью укрыто утеплителем. И в самое ближайшее время начнется установка декоративной плитки. Если говорить о сроках, то объект должен быть сдан в первой половине текущего года, но строители все делают для того, чтобы постараться качественно сделать ремонт, но закончить пораньше, где-то вот к майским праздникам, где-то к 9 мая. И я по поручению фракции буду и дальше контролировать этот объект. Напомним, что последний косметический ремонт здесь проводился более 20 лет назад.